Великий праздник, День Победы, командование войсковой части, которая дислоцируется в микрорайоне Счелково-7, организовала красочную и очень заметную акцию. В период пандемии коронавируса бессмертный полк не может пройти по улицам города, но военные проявили изобретательность и нашли выход из ситуации. Провели знаменитую акцию в новом формате, не нарушая социальную дистанцию. Проехали по микрорайону автопробегом, просто потому что не смогли иначе. Память о героических защитниках нашей Родины должна жить. И все-таки бессмертный полк состоялся. Фотографии тех, кто воевал, кого помнят и чтут в каждой семье, жители смогли показать, прикрепив их к стеклам своих автомобилей и выстроившись в длинную автоколонну. Вслед за КАМАЗом, на котором были установлены колонки для воспроизведения музыки и песен, длинная вереница автомашин проехала по микрорайону, сделав большой круг. Командование войсковой части совершило очень важное по отношению к жителям действие. Организовало акцию, в которой у каждого была возможность отдать дань памяти великому поколению победителей.